Меня зовут Шары Виктор. Я собственник компании «Гастрономия Чезаре». Мы продаем фермерские продукты питания из Европы, из разных стран Европы. О практикуме систематизации бизнеса мне рассказал мой друг, который за неделю до его проведения был на другом вашем мероприятии в Киеве. Он был в восторге и хотел пойти вместе со мной сегодня. Вернее, чтобы я вместе с ним пошел, но так получилось, что я сегодня один. Заинтересовался, услышал и пришел. Идеи были, внедрить хочется, как всегда, все хочется внедрить быстро, но я понимаю, что если мы говорим о систематизации, то во внедрении тоже важна определенная последовательность. Поэтому я в процессе прослушивания материала записывал на обороте, в блокноте, просто хронологические идеи, которые мне приходят в голову, а уже в течение ближайших нескольких дней буду проводить их разбор и понимать, что зачем надо внедрять. Больной вопрос персонал. Он как бы есть, но он зачастую не удовлетворяет. Возможно, я слишком требователен, и сейчас я, проанализировав, пойму. Продвижение и, наверное, пересмотр отчасти бизнес-модели, понять, в чем наши основные сильные стороны и как мы можем себя иначе преподнести для того, чтобы стать еще более ценными нашим клиентам.